Драгоценный Божий народ, я вас приветствую на нашем духовном завтраке. Хочу читать вам книгу апостола Иакова, 4 глава, 8 стих. «Приблизьтесь к Богу и приблизиться к вам, очистите руки грешники, исправьте сердца двоедушные». Друзья, интересно, что Иаков пишет это послание верующим, христианам, евреям, которые находятся в рассеянии. И он говорит им такие слова: «Приблизьтесь к Богу, и тогда Он приблизится к вам». Получается, что ответственность, близко ли Бог к тебе или ко мне, ложится на нас с вами. Приблизьтесь к Богу. Бог сделал все, чтобы человек был близок к Нему. Сегодня наши какие-то действия должны быть сделаны для того, чтобы мы ощущали больше Его присутствия. Получается, что можно быть в церкви, можно служить даже в церкви, наверное, и быть от Бога далеко. Иаков пишет: приблизьтесь к Богу. Что надо сделать для того, чтобы Бог близко был? Мне кажется, что дальше есть ответ. Очистите руки, грешники, и исправьте сердца двоедушные. Смотрите, Иаков не стеснялся писать верующим то, что они грешники, и что им надо освободиться от греха. Иаков не стеснялся говорить, что они имеют двоедушные сердца, что есть они имеют какие-то двойные стандарты. Я думаю, сегодня это послание актуальное для нас. Можно сидеть в церкви, но Бога не чувствовать, не переживать. Нам надо что-то делать. В первую очередь надо оставить те грехи, которые есть в нашей жизни. Каждый из нас знает, какие вещи он проходит и в чем он запутался. Может быть, люди этого не видят, но ты знаешь и Бог знает. Поэтому Иаков говорит: оставьте грехи ваши, очистите ваши руки от греха и исправьте сердца. То есть можно иметь такие двойные стандарты. Ты в церкви один, а в миру ты другой. На домашней группе ты один, на работе ты третий. В церкви ты один, приходишь домой — совершенно другой человек. Мне кажется, как важно христианину быть всегда одним летом, зимой и летом одним цветом. На всяком месте мы письмо Христа. Где бы ты ни был, в церкви или на работе, ты представитель Небесного Царства. Поэтому нам важно быть одним и тем же и в церкви, и на работе, и дома, и на улице, и где бы ты ни был. И поэтому, друзья мои, давайте, пускай Бога в нашей жизни будет очень много, и пускай Он будет очень близко к нам. На самом деле, огромная радость от того, что мы находимся в Божьем присутствии, и у нас есть эта замечательная возможность. Благословился Господь во имя Иисуса Христа. Аминь.